колонии и поселении номер 5 отбывают наказание бывшие сотрудники судов и правоохранительных органов. Довольно большая часть из них осуждены за совершение дорожно-транспортных происшествий. Поэтому все три ходатайства о помиловании, которые члены комиссии рассмотрели при личном участии осужденных, были за совершение подобных преступлений. Два из них со смертельным исходом. Подавшим ходатайство задавали вопросы о наличии у них образования, социальных связей, возможности трудоустройства после освобождения, желание трудиться и возмещать причиненный потерпевшим ущерб. Почему вы считаете, что вот вас нужно помиловать? Расскажите, пожалуйста. У меня дома трое детей остались, жена, которая оплачивает сейчас ипотеку. Осужденные в полной мере признали свою вину и были согласны с тяжестью назначенного наказания. Но отягчающие обстоятельства, такие как управление транспортным средством в нетрезвом виде или с водительским удостоверением, у которого истек срок действия, не позволили комиссии поддержать ходатайство о помиловании. Заключенные продолжат отбывать наказание, которое им назначил суд. Комиссия рассматривает объективно, все взвешивает, вы это видели сами в работе комиссии. Не всегда наши мнения у всех членов комиссии совпадают. Это обыкновенный рабочий момент, он и должен быть, но тем не менее объективность присутствует. В составе комиссии преподавателей и активные члены общественных организаций Смоленской области. Работа комиссии регулярна и повсеместна. Члены организации выезжают в места лишения свободы региона не менее 2 раз в год. Олег Соловьев, Юлия Соболева, Светлана Разганова, Десна ТВ.